Вот решил сделать капельный полив. Будет все автоматически. Вот здесь будет электроклапан. Вон. С датчика будет влага определяться и включаться. Вот так вот он будет идти по низу. И вот уже закрытый. Уже подцепил, только надо сейчас настраивать. Капельницы вот такие с дозатором. Это у нас сегодня 9 мая. Вот. Посмотрим, что будет. Вот уже цветут. Все подцепим, вот как-то так. КПС. Варить надо. Кое-где он подтекает, надо все подтягивать. И на этом с капельным все.